С вами снова я, Даналия, и сегодня видео об обновлении данной недели в Star Stable Online. Это обновление в честь Пасхи. Да, к нам пришла Пасха, и пора нам бегать и собирать снова пасхальные яйца. В этом году, кстати, очень симпатичный комплект за выполнение заданий, связанные с этим событием. Костюмчик, похожий на ведьмочку, даже ведьминская шляпа. И называется он чуть ли не... Пасхальная ведьма, как-то так. В общем, событие это продлится до 24 апреля. Суть в том, что вам нужно найти все пасхальные яйца, точнее, такие они гигантские желтые яйца, они разбросаны по всему Юрвику. Вот. Они могут давать все, что угодно. Они могут давать корзинку для пикника, банан, апельсин, короче, всякие вкусняшки для вашей лошади. Или что-то еще, но такое чисто символическое, простое. В общем, 11 жителей Юрвика, а точнее... Нет, 12 в сумме, то есть как вы прибежите на ферму Стива в деревню, точнее, выполните задание и найдете там все спрятанные яйца, еще 11 жителей Юрвика предложат вам принять участие в охоте за яйцами. Также пасхальные магазинчики. Рядом сейчас как раз я стою, рядом с некоторыми такими магазинчиками. Они находятся в Серебряной Поляне, Форт Пинто, Фергрове, Вейлдоле, Виноградниках, Рыбацком поселке, Конюшне Юрвика, Ярхеме, в трактире Волчье Логово даже, в Морланде и в Нью-Хилкресте. Ну, в общем, ничего нового. Всегда большие города имеют при себе такие... магазины, связанные с событиями. В обычном магазинчике вы можете купить себе комплекты предыдущих лет, но кто хочет, тот покупает. Я же то покупала их, то продавала. Но так как они каждый раз возвращаются сюда, не очень-то и печально, в принципе, что они каждый раз то исчезают, то пропадают. И вот очень интересно, смотрите, я купила платье, а оно здесь так и осталось. Поэтому как бы тут не потеряться со всеми этими вещами. Да, как видите, такое оформление желтенькое всегда. Два продавца обычно стоят рядом. Одно такое снаряжение, а второе это всякие масочки. Но я уже кучу масок здесь скупила с кроликами. Ну, с другими кроликами, не с этими. Те маски, которые мне не нравятся, я покупать не буду. Вы можете их спокойно раскупить. Тут даже есть вкусняшки. Если вы хотите их присесть с друзьями и покушать где-нибудь, тоже с удовольствием, с радостью покупайте. Также у нас неожиданное частичное обновление магазинов Морланда. Да-да-да. И постепенно это обновление будет расширяться на весь Юрвик. Теперь магазинчики будут выглядеть так, что сразу заметно. Магазинчики с едой, магазинчики с вещами... и с амуницией. И даже вот эти магазинчики, которые были в домах, тоже преобразились. Смотрите, как они классно выглядят. Как будто на ярмарку пришел. А еще обновились у них инвентарь, интерфейс, точнее, по продаже вещей. Теперь мы видим, что мы можем купить у них, а не просто картинки, иконки, как это было раньше. Теперь мы можем увидеть, что даже в море можно купить какие-нибудь хорошие, симпатичные внешние сапожечки. Или, к примеру, насколько я помню, какое-то тут седло было, очень даже такое, ничего. Давайте посмотрим. Да, даже в море мы сможем купить себе неплохое седло, правда, за 139 СК. Ну, согласитесь, оно не самого ужасного вида и даже качества. Оно хорошего качества. Так что вот такое вот обновление Морланда постепенно будет переходить на все остальное, на все остальные, точнее, магазины по всему Юрвику. Также день открытых дверей в конюшне... Юрвика до сих пор продолжается. Если не ошибаюсь, он продолжится до следующей среды. Поэтому, если вы хотите купить себе лошадок, которые там продаются, то бегите, бегите со всех копыт, со всех ног и покупайте, если у вас есть такая возможность. Потому что, по словам разработчиков, в следующем году этих лошадей может уже и не быть. Хотя, если честно, я им вообще не верю, потому что каждый раз, ну, они не могут одних лошадей добавить на одно событие и больше их не добавлять вообще. Тем более, они даже специально, я знаю, что они специально для того, чтобы увеличить приток себе денежек, скажем так, они сделали удвоение перед закрытием, перед самым закрытием дней открытых дверей, чтобы мы смогли купить себе СК и пойти купить этих лошадок. Именно это я и сделала. Я воспользовалась удвоением и купила себе пока что две лошади из пяти, но у меня еще есть время, и как бы я буду продолжать это делать.
Также, кто помнит, у нас еще до сих пор есть возможность дружить с ребятами, которые рождались по всему Юрику, если вы находили эти задания. Эта акция продлится до 22 мая, так что у вас еще много времени, чтобы поиграть с милыми малышами на Юрике. Лошадиная ярмарка же всю неделю до следующей среды будет работать в Форт Пинто, поэтому если вы хотели себе купить старых лошадок, то езжайте в Форт Пинто и покупайте их, ну или выполняйте задания, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуться по шкале уровня. Особенно если вы не двадцатник. Если вы двадцатник, вам это будет тяжеловато. Также почему-то на сайте были выставлены новые системные требования для маг. Если вы играете с магом, советую зайти на сайт и почитать, какие же там новые системные требования, чтобы спокойно играть в StarTable Online. Также, если вы пользовались функцией «Пригласи друга», то вам повезло, потому что сейчас эта функция приостановлена. К сожалению, она у меня работала, но не так, как надо. Ну, поэтому я не сильно расстроилась, тем более, что у меня там осталась одна последняя ячейка для «Пригласи друга», которую я держу на крайний случай. Это все, что было в этих обновлениях, очень так немножечко. По сути, самое главное – это то, что открылись магазинчики, связанные с Пасхой. И, в принципе, все. Ну и то, что сейчас все украсили под Пасху. Все эти цветочки, ленточки и пасхальные яйца, которые везде разбросаны. Вот такое вот кратенькое видео об обновлении. Спасибо, что посмотрели его. Если оно вам было полезно, хоть чуть-чуть ставьте лайк. Вот. Пишите комментарии, если у вас есть советы по поводу моих видео. Я их читаю, я их к ним прислушиваюсь, стараюсь прислушиваться по возможности. Так что с вами была я, Даналия, моя лошадь Шоколадный Шарм. Мы вас любим. Не забывайте чистить своих лошадок, тренировать их и угощать их морковкой. Я сказала неправильно свою же собственную фразу. Бывает. Вот до чего доходит, когда долго нет выходных. Лошадь, всем пока!